Всем, ребята, привет! Вы на канале Game Top, и мы продолжаем играть в игру Metro Last Light. Там что-то зарычало, падают деревья, и мне туда нужно идти. И мне страшно. Мне очень страшно. Ой, зачем? Одевай. Я хотел фонарик зарядить. Напоминаю, мы идем в сторону полиса, в сам полис. Что-то там рычит. Надо идти вот по этим красным флажкам, нужно идти. Понятно, это демон летающий кричит. Блин, я не хотел стрелять. Мощная штука. Сразу по два патрона. Куда мне? Мне, по идее, по красным флажкам нужно идти. Но по бокам могут быть заначки всякие. Что оно рычит? Что это? Что это? Я правильно иду? Правильно. Пробежимся. Блин, как будто гигант идет. Они кого-то боятся, вы поняли? Значит, здесь что-то более страшное, чем они есть. Блин, ему просто пробежаться. Что это, медведи? Гигантский гризли. Блин, стопудом мне с ним придется сражаться. А я этого не хочу ни капельки. Так, нет.
как туда куда-то идти. Он малый, короче. Ай, блин. Короче, Маус 2 это не прицеливание, а сразу стрелять и всеми патронами. Блин, туда идти нужно. Ну, малый он, типа, малый. Она защищает детей. Осторожно. Бережет спину. Там она беззащитна. Издыхаюсь. В спину, в сраку стрелять нужно. Ай. Да я уже кучу патронов выстрелил. Ой, что я нажал? Не зажали? Где она? Я сейчас сдохну. А как ее убивать? Она пипец жесткая. Короче, нужно ее только в спину бить, стараться как-то. Только это нелегко делать. Она защищает детей. Осторожно. Бережет спину. Там она беззащитна.
что ты делаешь? Я бегаю. Где она? Она убежала? У меня патронов нету. Она убежала. Куда мне идти? Она сдохла или нет? Ну все, она не рычит. Мы ее победили. А почему нам не дали достижение за ее убийство? Ладно, идем дальше. Артем, скорее сюда! Фух, люди наконец-то. Слава богу. Цел. А кто это с тобой? Неужели? А это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Нет! Не стреляйте, полковник! Тогда держите его подальше! А то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артем, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. О, я понимаю его, вижу его мысли и слышу твои, Артем. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили давно. Так вот, почему ты особенный, Артем. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я? Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои! Мои! Они там! Они спят! Да это же... Это же... Смотри! Они в спячке! Он не один! Я должен их разбудить! Им пора жить! Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом, вокруг. Но я должен, иначе останусь один навсегда. Помоги нам,
и мы поможем тебе. Я сделаю. Что надо? Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Поживее, муки сонные! Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной. Он не единственный, не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, Черный сможет открыть для нас мысли Москвина или самого Корбута. И, возможно, заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Артем, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения их санитарной роты, и, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыши. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажет? Да так бы и я поступил. Но ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит ордену? Ведь D6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения полиса о разделе имущества D6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Все в норме. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, D6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Готово. Притащили сюда эту обезьяну. Открышу. Что теперь? Есть. Разговор окончен. Следуем в зал совета. За мной. А как он в мальчика превратился? Полковник, разрешите доложить? Отставить. Всем силам орденов, D6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Только бы пронесло. Я официально отдаю приказ о прекращении операции Эльдорадо. Слава Рейху! В заключение официальной части слово предоставляется лидеру Красной линии, товарищу Москвину. Товарищи, товарищи, я не побоюсь этого слова. Друзья, мы также... Готовься, Артем. Держись рядом с малышом. Да будет мир во имя наших детей. Ура, товарищи! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз. Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда. Рейнджеры, отставить. Артем, малыш, ваш выход. Блин, вообще так интересно. А в чем прикол? Вот в данный момент я не понимаю. Вы там заходили, там типа
слева были фашисты, а справа были коммунисты. Или наоборот, не помню уже. И долго мне идти здесь? Может, я не в ту сторону иду? Ой! А в натуре куда мне идти? Я запутался. Я только что уперся в стену, и я то ли развернулся, то ли не развернулся. Может, я неправильно иду? Не, может... А, может, куда-то дверь зайти нужно? Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть некоторые... неудобные подробности смерти вашего брата. Надо в двери заглядывать. Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. С ума сошел! Совсем уже! Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Следующая дверь. Максимушка, как я рад, что мы с тобой помирились. Из-за такой ерунды. Ну, выпьем? Выпьем, брат. Отравил меня. Что? Единогласно генеральным секретарем ЦК КПМ избран Москвин Максим Петрович. Молчишь? Что смотришь так на меня глазами своими честными? Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал. А теперь меня за яйца держит. Из-за тебя! Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения. А ты все равно. Прости. Я бы мог так долго по коридору ходить. Что это? Что было? Я вслух? Так, значит... И мне что-то подсыпали. Как брату. Да. Отравил. Брата своего. Но Корбут. Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас... Д-6 штурмует. А там вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководитель. Прикажите. Проклятые. Отзовите войска. Будьте или хотя бы задержите. Сволочи. Выиграйте время. Здесь все ясно. Как скорее на вокзал. Д-6 мы не отдадим. За мной. Сейчас будем стрелять. Наверное. Ого. Такую крутую броню дали.
О, зайка моя стоит. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом. Мне нужны патроны, наверное, на дробаш. Пихается. Ну что ж, началось. Наступает с трех направлений. Бойцы! Ребята! Не буду долго говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит пятерых красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта! К бою! Спарта! Будем коммуниста убить. Патронов дайте. Сапёры, хватит там возить. Давайте сюда. Проверить снаряжение. Приготовиться. Блин, что сейчас будет? Как будто первая матрица. Поезд! С динамитом! Бочками! Я бы отошел бы. Чё не стоят, смотрят на это все. Не знаю, где чужие, где свои. Это непонятно. А меня не магрила. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Там базуки. Проиграли. Тут, конечно, вообще какая-то такая каша непонятная. Куда стрелять, в кого стрелять, куда бежать, вообще непонятно нифига. Ты
куда отступать? Отбились? Танки! Танки? Нифига себе танки! Аж как этого танка жахнуть? Вот эта штука его жахнуть или чё? Я не понимаю, как танком заниматься? Мне чё, базука есть или чё? Так, берем эти пушки, не пойдите, типа, крутые очень. Так. Это, наверное, прошлую попытку я вырежу, потому что я матюкался. Смотрите, в колеса стреляем. Стреляем в колеса танка. О, какие ножи, ё-моё, бомбу кидай. Так, одно колесо. Второе колесо. Всё, а куда дальше стрелять, я не знаю. В кабину, возможно, стрелять. О, точно, в кабину стрелял, взорвалось. Отходят! Они отходят! Наша взяла! Мужики, мы отбились! Двое их успел чпокнуть. С рейнджерами не балуй! Внимание! Они еще не выдохли! Сержант, доложите обстановку. Комбат, мы вытащили раненых! Наши сопровождают их до точки эвакуации! Отлично! Перегруппироваться и приготовиться! Сейчас снова попрут! Есть! Это месиво, триндец. Мобики атакуют. Стреляет, никто не вижу. Вот, вот такую штуку можно было взять. Охереть! Просто!
перекрывается. Ну вот, кажется, справились. Молодцы! Комплекс заминирован. Приказ я отдал еще в полисе. Т-6 нам не удержать, это ясно. Остается взорвать. Ясно, командир. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Это еще что? Черт! Неужели? Да, коммунисты хорошо к атаке подготовились. Тут ничего не скажешь. Занять помещение! Перекрыть входы! Осторожно! Довольно, Кирилл. Тут уже только мертвые спартанцы. Прямо сердцем себя ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно. Революция все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Артём, время... пришло. А тут кто у нас? А, прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Остановите его! Достижение получили. Я чё, я игру прошел? Не бойся. Ничего не бойся, мой милый. Твой папа победил врагов и спас метро. Папа был храбрый. Он был самый храбрый, потому что не боялся неизвестного. Мама, а куда делись черные? Они ушли, но обещали вернуться. Не думал, что это будет концовка. И титры пошли. Игрушка, конечно, шикардос. Просто не знаю. Отвал башки, потому что здесь все есть. И перестрелки с людьми, перестрелки с монстрами. Флешбеки, какие-то элементы хоррора есть, элементы сталкера есть, элементы стелса есть. Не знаю, вообще просто бомбезная игрушка. Забыл показать Steam, сколько я потратил время. Всего лишь 12,8 часов. Получил всего лишь 18 достижений из 70. Это что-то вообще пипецки мало. Нужно не раз игру проходить. Я только не понял, что это за DLC, что не дают. Я на них нажимаю, меня просто кидает на главную страницу. Так что, ребята, по поводу паков, если знаете, напишите в комментариях. А я с вами еще раз прощаюсь. Всем пока, всем удачи. Встретимся в следующем прохождении какой-нибудь интересной игры.